Костюм Барс от компании Novatex. Костюм идет на сезон осень-весна. Материал дюплекс, вот такой приятный материал. Не шуршит, достаточно бесшумный. Подойдет для охоты и рыбалки. Также подойдет для охоты на утку. Заменит костюм камыш. Значит, что по костюму? Имеет вот такие вот широкие резинки на кистях. Сам костюм идет на молнии. Капюшон регулируется по овалу лица. Отличного пошива костюм. Два кармана на куртке. Глубокие, вместительные. Оба на молнии. Внутри вот такой полуфлис. Имеет ветрозащитную планку. Вот так. Что по брюкам? Брюки можно носить на ремне. Имеет широкую резинку на поясе. Также у брюка два кармана по бокам. Штаны имеют прямого кроя, но также есть регулятор на резинке вот снизу штанины. По всем вопросам пишите в группу.